Хочу обзорчик сделать сегодня. Приобрел нож. И считаю, что нож этот один из лучших для туристов, рыбаков, охотников. Посмотрите. Самое главное у него, во-первых, никаких у него прибамбасов, кнопочек, зацепочек. Можно носить в чехле. Можно прицепить на пояс этот чехол, а можно просто в карман кинуть. Эргономическое лезвие, рукоятка. Ну вот что здесь у нас на нем написано, какая сталь. Сталь тоже не самая плохая. Смотрите, написано. Авиатор сталь 40 Х-23. Что это обозначает у нас? Это твердая сталь. Сталь твердая. Парюмолю. Парюмолю. Такой был ученый Рюмель. 55. Ну, не буду вдаваться читать вам материаловедение. И здесь 40% хрома, 13% углерода. Очищены, то есть мало. Но заточка великолепная. Заточка великолепна. Снята здесь фасочка. Снята здесь. Здесь. Ну вот я считаю, что для охоты, рыбалки это один из лучших будет ножи. Ну, конечно, кабана им не разделаешь. Ну, зайчика разделаешь, также разделаешь и бобра. Можно носить и в кармане, бросил, можно носить и на поясе. Цена 1200, приемлемая для такого ножа. Не рекламирую. Просто советую приобрести такой нож. Длина клинка 11 сантиметров. Более 12 уже будет считаться холодным оружием. Это у нас до 12 сантиметров даже не будет считаться холодным оружием. Такой нож. Очень рад я. Очень мне нравится. И вам советую иметь складной. Такой нож для рыбалки, для охоты, для туристических поездок. И так в быту пригодится. Грибы собирать тоже будет хорошо таким ножом. До свидания.